В Казахстан будут завозить сахар-сырец без пошлины. Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей. И это позволит избежать дефицита сахара в стране в будущем. В правительстве решили развивать сахарную отрасль. Анастасия Новикова расскажет подробнее. В ближайшие 9 месяцев казахстанские сахарные заводы смогут закупить 350 тысяч тонн сахара-сырца без уплаты пошлин. Тарифную квоту одобрили на заседании Евразийской экономической комиссии. Таким образом, они смогут работать на полную мощность и производить сахар. Утвержденный объем в этом году больше прошлогоднего. Стороны договорились вернуться к этому вопросу в сентябре и пересмотреть объем квот с учетом нового урожая. В Министерстве сельского хозяйства уверены, этого объема сахара-сырца достаточно, чтобы не допустить дефицита. Если мы этот темп будем продолжать, как нынешний, то никаких сбоев или там увеличения цены и так далее этого не будет. В Казахстане выращивают не так много сахарной свеклы, чтобы заводы работали на полную мощность. Предприниматели говорят, им нужны кредитные линии, так называемые длинные деньги под небольшие проценты. На эти средства они могли бы развивать агрохолдинги и выращивать свеклу при сахарном заводе. Как в Украине, как в России. При каждом сахарном заводе существует свой агрохолдинг, который на 50% минимально обеспечивает завод своим сырьем, свеклой. Просто, к сожалению, у нас очень горизонт видения, вот пока еще максимум год. Но для того, чтобы вырастить свеклу и, как говорится, обеспечить ее в перспективе на 100% потребностью сахара, это, грубо говоря, нам необходимо 5 миллионов тонн свеклы. Это нужен горизонт около 10-15 лет. Главное, чтобы это было системно, без рывков и с достаточно правильным финансированием. Предприниматели говорят, развитию отрасли мешал и экспорт сахара. В Казахстан его завозили дешевле, чем выпускали отечественные заводы. Поставки из соседних стран занимали до 90% нашего рынка. Это выгодно для потребителей, но не для отрасли. Ведь главное – продовольственная безопасность. А поставки из-за рубежа подвержены нестабильности. Оттого цена и прыгала. Именно поэтому сахар в Казахстане решено продавать на биржевых торгах и сравнять цены. Это позволит нашим заводам заработать на полную мощность. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информбюро. Каждый вечер мы рассказываем обо всем, что по-настоящему важно. Самые честные новости, аналитика и мнения. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будете знать, что происходит в стране и в мире.